Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Героиш. Так, у нас компания за нежить. Сам я 5 уровня. Тут смотрю, какой-то скелет у нас ходит 4 уровня. Даже я не знаю, что и сделать. Давай, наверное, скелета 4 уровня попробуем закромсать. Где он там? Иди сюда. Повстанцы Явина. Интересно. Почему это нежить против нежити воюет? Немножко даже удивительно. Это место ужасно, Тики. Давай поставим рекорд по уничтожению Камня Души. Так, ну, надо еще попытаться вам. Так, тихо. Давай, жиробас, иди. Упс. Друзья, у меня проблемы, кажется. А как я этого скелета должен бомбить? Что-то немножко не складывается у меня. Придется подключаться самому. Окей, ладно. Что-то кого там оживил, да? Давай двух плевунов позовем тогда. Поехали. Так, летучку. Давай, взорвали. Нормально, 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 нормально. Так, толстяк, иди. Поехали. Давай тоже вызовем скелета. Двух плевунов. А чё он пошел куда-то? В сторонку отбежал. Мардука великолепного не остановить. Поведай это всем, глупец. Золотые слова. Мардука великолепного точно не остановить. И мы получаем новый уровень. Ох ты, ох ты. Это кто такой, друзья? Это какой-то демон. Я думаю, что вот этих хламонов... Подожди. Подожди секунду. Сейчас прокачаюсь маленько. Улучшить. Во-первых, кто это такой? Мощный воин ближнего боя, который периодически призывает бесов на помощь. Само собой, прокачиваем сразу же и берем его в основной состав. А он у нас и так в основном составе, да? Нет, 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 нет. Он у нас не в основном составе. Глаз этот надо убирать, он, от него толку мало. Поставлю демона. У нас так не прокачанного много, ё-моё. Музыка прикольная. Что-то мне напоминает, не помню что. Баллады Скорпионс. Такой же. Угу, бегут. Да, эти инди-группы совсем запустили себе. Давай я покажу вам настоящую музыку. Мне нужно выстоять против этих вражеских волн. Нужно, значит, будем выстаивать. Всех, всех, всех. Давай, оживляй. Жирный пошел. Отлично. Ну, выкусили. Скелет, выходи. Так, раскромсон. Блин, вот это плохо. Демон, ты где? Вон он. Мало хп у меня. Ух. Шикарный был бум. Надо помогать.
Что-то он тут совсем, уж я смотрю, раздухарился. Совсем. Давай, 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 наяриваем. Надвигается опасная волна. Где? Ядрен, матрен. По-моему, мы победили здесь. Мы просто их раздавили. Вот так нужно устраивать концерты. Пора в тур, моя гитаре уже не терпится сыграть где-то еще. Это уж точно. Так, награда, ну это у нас было. Думсбери, ну а почему Думсбери закрыт? Так, улучшить. Этого-то, по идее, тоже надо как-то улучшать. Ну что, а, Думсбери закрыт. Иди сюда. Пришлые, пришлые ребята ходят здесь. Надо им показать, почем фунт лиха. А, тыквоголовые. Давай покажем этим инди-группам, как нужно воевать. Демон сразу ко мне. Толстопуз. Черви огнеплюи. На, на. Мне, правда, брони не осталось. Да и ладно. Давай. Единственное, что он резает только лишь одного. А, ну да, одного. Как бы не очень хорошо, не очень удобно. Ого! Здоровье у меня там улетает. Со скоростью света. Давай, 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 останавливай ХП. Погорели, да? Плевуны, вы где? Заплевываем их всех тут. Так, черви огнеплюи. Жирный. Пошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мордук, ты какой-то слабый. Ну, порвем их? По идее, должны. Есть. Вот так нужно устраивать концерты, согласен. Но все равно, мордук, что-то не то. То ли с армией нашей проблемы, то ли с тобой. Не могу понять пока. Улучшить. Даже не знаю. Что-то не то. Что-то как-то слабо. Что-то как-то слабо. И гончий всего лишь третьего уровня. Ладно, давай. Думсбери нам не поддается пока еще. Ну что, попробуем? Гниющие доки. Бедный маленький Явин спрятался в башне, да? Посмотрим, чем ему это поможет. Подожди, так тут кислота. Этот яд повсюду. Я не могу выступать в таких условиях. Нужно разбить эти тотемы, иначе от моих воинов не будет проку. Интересно, что будет здесь поджечь яд? Поджечь яд? Так,
Блин, тут либо туда, либо туда. Угу. Куда пойдем-то? Наверх, наверное, или куда? А что, они вниз пошли? Ну, пойдем тоже вниз. Склеп. Ага, вот, значит, наша цель. Уничтожать вот эти склепы. Сломали. Южный тотем уничтожен. Дорогу подкреплению. А, это к нам подкрепление идет. Все, я понял. Тогда давай сюда наверх посмотрим. Оу. Вы что, ребят, не оборзели ли тут? Шуркаются. Давайте вот этот, пожалуйста, тотем еще уничтожьте. Шикарно. Ага, еще подкрепление. Великолепно, северный тотем уничтожен. Сюда, скелеты! Ворота Явина открыты. Быстрее атакуем башню. Победите Явина. Кто такой Явин? Так, еще один у нас тут. Склеп. Готов. Кто такой Явин? Ну, понятно, что наверх. А, вот он кто такой Явин. Нифига он там кислотой заплевывает. Ну-ка. Обалдеть, он там заплевывает, смотри. Но ему все равно крышка. Тут у меня еще скелеты на подходе. Можешь помочь ему? Давай, 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 давай. Пробиваем его. Вот и все. Я сдаюсь. Безоговорочно поддерживаю ваш тур, господин. Только пощадите. Разумеется, поддерживаешь. Огонь всегда работает, когда слова бессильны. Попробую восстать еще раз, и я уже не буду столь добр. Конечно, господин, больше не буду никогда. В штаны наложил, ё-моё. Против Мардука пошел, ничего себе, хмырёныш. Болотная слизь, блин. Бедный Явин, он смог познать только жизнь проклятых. Он и представить не мог, каково будет избавиться от проклятия. Но воображение у него было не всегда богатое. А теперь вперед за жницей Присциллой. Думсбери. В Думсбери петушатся повстанцы под руководством Присциллы. Эту курицу нужно остановить. Даже так... Даже так, да, значит? Эту курицу нужно остановить, Присциллу. Так, гнилые истоки, пойдем. Нам бы прок... Оу. Еще деньги. Так, головорезов давай завалим. Нам нужно уровень повышать, как ни крути. Идут, бегут. Говорят, эти писаки состряпали плохой отзыв на мой последний альбом.
Пришло время устроить им идеальное представление. Писаки. Вот и нет писак. Как будто их здесь и не было вовсе. Хорошо. Так, что-то меня тут, по-моему, разбирает помаленьку. Плевуны, вы где? Энергию дайте мне сюда. Твою налево, давай. Есть контакт. Оживляй там этих скелетов. Так, надо, наверное, демона вызвать, да? Или сделать, знаешь, как лучше? Вот так вот. Пускай горят. О, тут еще и рыцарь. Ух. Так, ребята, у меня проблемы. Наверное, надо призвать все-таки демона. Где-то вот здесь вот. И жиробаса. Так он будет эффективнее, да? Давай, катапульту эту в расход. Свершилось. Голоса моих завистников смолкли. Ну и славненько. Ну я бы не сказал, что, конечно, так прям на изи прошли. Даже немножко отступил. Гнилые истоки. Давай еще разок завалим. Одни гнилые истоки мы уже вальнули. Фу, прогнило что-то в этой части королевства. Хм, похоже, я могу контролировать уровень токсичных отходов с помощью этих рычагов. Пострадают и враги, и мои воины. Но это цена славы. Так, победите всех наступающих врагов, да? Я понял. Вниз куда-то. Ха-ха. А чё я смеюсь-то? Ну ползу, ползу, ползу. О! Так, скелеты идут, много идет. Твою налево. Ну, я лучше ничего придумать не мог. Что там за жесть-то происходит? А чё так жестко-то? Почему-то мы даже не можем подойти. Я... Так, отходим, ребята. Там что-то неладное творится. Такого не должно быть. Угу.
Посмотрим. То ли этот демон там такой сильный, или что, я не могу никак понять. Так, это была пятая только волна. Еще шестая должна быть. А, все? Эти падальщики даже не пытались сражаться. Что ж, шоу должно продолжаться. Оно и продолжится. По-другому и быть не может. Восьмой уровень, друзья. Шикардос. О, хо-хо-хо-хо. Это интересный экземплярчик. Так, дай-ка я вот этих вот хламонов вольну. Это отряд зверей. Ну, отряд зверей для меня сейчас почему-то, ну, изи. Изи-пизи. Да-да, эти крысы, говорят, эти писаки, сострепали плохой отзыв. Пора им преподать урок. Отлично. Кромсаем, кромсаем, кромсаем. Ну? Просто в расколбас всех. Пускаем и все. Так, медвежонок, отвали, а. Е, дальше идем. Так, черепахи. Так, два медведя. Ать, мне не надо выставляться. Так, копейщики. Да у них шансов нету здесь, не-не-не. Вообще без вариантов. Тут мы их рвем, конечно. Ой-ой-ой. Это что такие усиленные-то, бегут там. Ну и все, наверное. 12 волн. Свершилось, голоса моих завистников смолкли. Навсегда причем. Опа. Значит, не зря мы дрались. Так, я не помню, что там. Защитная стена, но мне не пройти. Так, давай улучшать тогда получается. Воин ближнего боя с атаками по области, который поджигает врагов. О! Так, а вот это кто? Воин ближнего боя может вселиться в любого вражеского воина, вместе с этим накладывая постоянный ожог. Одержимый воин вынужден сражаться на стороне врага. Даже не знаю, что и лучше-то. Защита огромная, но урон. Урон маленький. Так, уберем тогда. Даже не знаю, что убрать-то, блин. Наверное, псов вот этих уберу. Уберу и червей поставлю. Так. И вот так. Наверное, так, думаю, будет лучше. Ну что, попробуем. Думсбери. Присылу эту найти. Мардух, какой сюрприз, я не спросил о бэк-вокале. Прочь со сцены, ты не годишься на роль лидера группы. Да брось, даже курицы чувствуют ритм лучше тебя. Ну,
я думаю, будет такая жаркая битва, судя по всему. Поймай меня, если сможешь. Окуление превращает карты в куриц. Нужно избегать ее заклинаний. Окурение? Все, я понял. Да, так если... Да ну, хорош, завязывай давай со своим окурением. Иди сюда, там начинаешь... Так, тут тупик. Опять она убежала, да? Вот сюда же. Тебе нужно быть проворнее. Так, еще и тут у нас. Ага, здесь тупик, здесь ничего нету. Прям серьезно, все так плохо. Ага. Куда? Это еще не конец. Фига она там забралась. Ага, вот ее финальная точка. Ну жди папочку в гости. Что я могу сказать? Да куда ты пошел-то? Да ты что делаешь-то? Сейчас я до тебя доберусь, поганка ты несчастная. А теперь великий побег. Что? Что сломалось? Откуда взялось это яйцо? Мое выступление провалилось. Ох, сейчас твое... На-ка! Чего такое тут? Блин, подожди. Ну и все, сейчас кристалл завалим и до свидания. Сдаюсь. Сопротивление сбежало из курятника. Это положит конец твоему писклявому хору. Писклявому хору. Нормально. Ну что, присылу наказали. Уровень получили. Ох ты. Скелеты на мышах. Как только ты снимешь с нас проклятие, присыла поймет, почему это было необходимо. Она непокорна, ей следует выучить, кто здесь главный. Твое проклятие будет снято, как только я заберу силу шепчущего колодца. Мы должны отправиться на север, в земли зверей. У нас на пути стоит защитная стена. Во время небольшого фейерверка нужно сжечь один лес. Защитная стена, владение проклятых и владение зверей отделяет друг от друга густые заросли. Сожгите их, чтобы добраться до зверей. Такс, обязательно сожгем, но сначала прокачаюсь чуть-чуть. Новинка. Эти громадные нетопыри испускают звуковые волны, которые оглушают врагов и наносят им урон.
Да, у них ХП дофига, вот атака. Атака, ребят, не самая лучшая у них. Я бы даже сказал, вообще не лучшая. Даже не знаю. Ну давай, наверное, уберем вот это вот. Нетопыря добавим. Сюда нам нужно, да? Сжечь защитную стену. Ого. Мы добрались до защитной стены. Прекрасное место для лесного пожара. За этими деревьями находится сила, которая мне нужна для величайшего завоевания. Даже вот так? Нужно выкорчевать эти вялые старые деревья. Стоит проверить эту пещеру. Почему-то я так и думал, что не будет все легко и просто. Фига он лупачит. А я ему вообще ничего не наношу, ни урона, нифига. Так, пещеру может проверить все-таки. Вот оно что. Куда ты пошла, дура? Хранитель леса вырвался. Нужно защитить мой камень души. Зачем ты это сделал, блин? Ну, все, да. Не все так просто. Значит, надо заходить теперь в пещеры, да, получается? В каждую пещеру, чтобы обрубать. Ой. Не надо. Погоди. А как тут быть? А, вот, наверное, пещерка, да? Сейчас мы его... Да дуплишься ты или нет? Я сейчас отдуплюсь по ходу дела. А там-то что, не понял я? Так, подожди, а кто? Это вот эти вот освободили, молодцы. Без моего ведома освободили вон того вон древесника. Вы хоть понимаете, что вы натворили, да? Смотри на этого психа. Да. Чуть-чуть рубим. Страж продвигается вперед. Так, надо тут подготовиться тогда, получается. Он же сейчас выйдет сюда, ко мне. Что, не выйдет? Вот он псих-то, а? Ты посмотри.
когда он в эту ярость вступает вообще. Да. В ярости, он еще так долго в этой ярости находится. Так, что нам вниз? Да куда ты поднялся? Зачем ты поднялся-то? Да! Он непобедим. Ему надо корни обрубать. Хорошо, а где? Там почему-то я не вижу. Да, да что ты делаешь? Я говорю, блин, иди сюда! С другой стороны, что ли, получается? Что-то не пойму я. Пещера же... А, вот она, пещера. Так, ну это последнее, получается, дерево. Так, он выдвигается. Истерика пошла у него, истерика. Просто трешует. Нормально. Щух. Вперед, мы уничтожили достаточно деревьев и расчистили путь воинам к шепчущему колодцу. Думаю, мне стоит исполнить желание Лавинии. Так неужели он снимет с нее проклятие с Лавинии? Опа, это что такое? Это портал какой-то мы получаем. Я был готова стать злодейкой, чтобы излечить мой народ. Но разве нельзя было избежать этих разрушений? Не время для слабости, Лавиния. Твое исцеление уже близко. Шепчущий колодец. Внутри огромного и древнего древа находится шепчущий колодец. В нем заключена магия, необходимая Мардуку для снятия проклятия. Угу, это шепчущий колодец, 8 уровень. Также есть сосновая крепость. Дай-ка я гляну, что это такое? Ух, ё-моё. Мощный воин ближнего боя, периодически использующий болотное дыхание. Оно наносит урон врагам в области и проклинает их. Умирая, проклятые враги призывают скелетов. Ого. Само собой. Берем, прокачиваем. И мало того, что прокачиваем, еще берем его к себе в отряд. Так, уберу. Вот это, наверное, убрать. Это добавим. Так, сосновая крепость. Хочу, ребят, ее пощупать, эту крепость сосновую. Что она там из себя представляет? Осы, крысы, черепахи, как всегда. Эй, я не был готов к дополнительной репетиции. Прикалывается же. Мардук приколист сам по себе. Ну-ка. Нормально. Так, я бы хотел бы посмотреть на голема, а голема что-то у меня пока нету. Да ну, мне кажется, животные это самые слабые из всех. Что-то мне так кажется. Надвигается волна. Так, голема успеть бы, ребят, призвать, было бы очень хорошо. Фига, он здоровый. Нормально. Ну
какая еще-то опасная волна? И так волна опасная. Да еще опаснее-то. Два голема, ребят. Они вообще в шоке. Какие-то совы у них тут, смотри. Ну и в принципе все. Пчелок добьем и готово. Ого, кажется, представление окончено. Быстро мы с ними тут расправились. Мне кажется, животные действительно самые слабые из классов. 10 уровень. Максимальный, что ли? 10 уровень это максимальный получается? Нет, я хочу вот этих бомбануть. Мыши-мародеры. Легкая закусочка, как говорится, на обед сегодня будет. Мышиная. Так, ну что, писак этих сейчас проучим. И тем более сейчас голем пойдет у меня первым. Вообще шикарно. Давай, дядя, выходи. Такой тыщ-тыщ, машина такая. Для уничтожения засранцев. Ать. Плевуны. Задело. Я же говорю, будет легкая закуска. Мышиная на обед. Ой, тут две. Так, колбасим, колбасим, колбасим еще вот эту башню. Все, свершилось. Голоса затихли. Ну да, да, ребят, свершилось. Так, ну что, мы пойдем или не пойдем? Подожди, наверное, улучшиться надо. А что же тут улучшить? Так, голем улучшился. Вот этого, наверное, еще улучшить надо. Да и мышей, наверное, вот этих вот. Отлично. Ну что, я готов, наверное, ребят, все-таки пойти в шепчущий колодец. Фига там. Мы добрались до шепчущего колодца. Это место просто очаровывает. В буквальном смысле. Это не вода бьет, а чистая магия. Если нам удастся получить заполучить колодец, и я смогу исцелить тебя. Эти боевые барабанщики сильнейшие воины зверей. Нам помогут эти маленькие камешки призова. Доставьте меня к колодцу, и я получу всю силу, что мне требуется. А что с этими камушками делать? А, Лавине? Она нам помогает, значит, здесь действительно будет жесткая битва. Для чего вот эти камушки? Что они нам... Е. А-а-а, вот оно что. Фига, такой здоровяк. То есть он должен уничтожить, да, этого барабанщика? Понятно.
Так, нам нужны эти камни. Не бегите вперед, блин! Да постойте вы! Ай! Так, подожди-ка, подожди-ка, я сюда сбегаю. Ну, конечно же, конечно же. Так. Не будем пробиваться вперед, потому что нам надо, чтобы этот здоровяк дошел. Два голема сейчас просто в труху. Угу. Вынесли мозг. А там-то что внизу творится? Подожди. Ага. Так, вон того здоровяка надо валить. С барабана. Их там двое, что ли? Еще один камень. Такой здоровый. Големов. Големов ни одного нету. Вот вызвал только сейчас. Вот он. О, его бесполезно бомбить. Его надо именно взрывать. Ой-ой-ой. Что еще? Прочь, жалкие нарушители. Вам не рады на этой священной земле. Пока я здесь, вам не пройти к источнику. Серьезно? А где все мои эти-то? Я не могу понять. Где моя армия-то? А, вон, идет только, идет. Я с этой черепахой ничего сделать не могу. Почему-то. А в чем прикол? Вот, наверное, в чем прикол, да? Ну, готово. Нет, чудовище, что вы наделали? Просто уничтожили ваш кристалл, и все. Ты получил силу, Мардук. Теперь я приказываю тебе снять проклятие. Исполнено. Мардук утягивает вредоносную магию из лавини и снимает с нее проклятие некроманта. Но при исчезновении проклятия Лавиния теряет власть над своими мертвыми прислужниками. Нет, исцели остальных. Прости, детка, проклятие снято. Мардуку пора на сцену. Силы проклятых сплотились вокруг лидера. Он открывает портал, чтобы призвать легионы своих фанатов. Покинутая всеми разбитая Лавиния исчезает в лесу. А Лавиния эта девушка, оказывается, была. Даже какая-то королева или принцесса. Кампания завершена. Блестяшки 5000. Поздравляем с завершением кампании с героем Лорд Мардук. Держите немного валюты для многопользовательской игры. Поздравляем. Приключение продолжается в кампании зверей. А почему, интересно, здесь два сундука? Неужели мне потом придется еще проходить по кругу? Не знаю, друзья. Начать. Средний. Да хотя тут, наверное, можно было и сложно поставить. Схватка в горах. Битва у медвежьего пика.
Наконец мы поймали тебя, имперское отребье. Полегче, здоровяк, разумеется, мы можем спокойно поговорить. Имперцы всегда хотят говорить, я хочу драться. Нифига он. А, он же гнался тогда за нами-то, когда мы за... Время тактического продвижения в пещеру. Погоди, мы еще не закончили. Помнишь, когда он в пещеру-то сбежал? Так, нам тоже надо бежать в пещеру. Не дайте Флину сбежать. Такое нормальное, да? Ой. Давай, гаси. Да ёк-макарёк. Этого Флина ты фиг завалишь, по ходу дела. Подожди, какие нафиг? Чё-то не пойму я немножко. Это пошло не по моему плану все. Что такое-то? Не могу никак понять. Что-то у меня не выходит ни шиша, по ходу дела. И сколько это будет продолжаться? Кажется, я могу пробраться через эти камни. Отведай-ка моего молота, глыба. Прекрати убегать и сразись со мной. Так, у меня мало здоровья. А мне нужно что делать? За ним, наверное, бежать. Ну да. Куда же ты побежал-то? А, и колодец тоже лечит, да? Понял. Ой-ой-ой. Зашибись. Вот они стоят на колодце и от этого лечатся. Двигаемся дальше. Опять валун. Давай, кромсаем. Или Флин их лечит, не пойму.
что здесь не так? Флина я не могу пробить, ребят. Просто не получается. Побежал, 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 Флин. Угу. Только не снова, покажи свою силу, качок. Какая сила у него? Это была просто разминка. Бывали передряги похуже. Неужели все имперцы болтливые хвостуны? Нет, я такой один, детка. Меня зовут Флин Даймонд. Тебе удалось меня развлечь, Флин Даймонд. Мое имя Булви. Если вы, болваны, закончили, нам нужно поговорить об этой скрипке. Давайте выйдем на поверхность и обсудим скрипку и эту войну. Такое вот, ребят, завершение этой битвы. Дрались, дрались, помирились. О, выберите героя. Лесная бандитка, известная под именем Спайдербейт, подстерегает врагов, используя против них яда, ловушки и верного скакуна енота Тики. Король боеведей Булви кромсает врагов своими медвежьими лапами и просто обращает их в бегство могучим рыком. Если смотреть по характеристикам, то Булви будет помощнее в плане атаки, в плане защиты. Давай я выберу Булви. Награда оса. Демоны и ритуалы — тревожная история. Но она не объясняет налеты на наши деревни. Налеты? Абсурд. Имперцы никогда не нападут на деревню зверей. Тогда откуда взялось войско, направляющееся к деревне верхушки кроны? Что? Быстрее, давайте разберемся вместе, станем союзниками. Роща чемпионов. В племени Листа живут три чемпиона. Убедите этих легендарных бойцов поддержать вас. Зайцы? Прикольно. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!